Я считаю, что общество должно морально расти, так как оно должно готово быть к этим новым технологиям. В противном случае данная технология будет использована только для людей, у кого высокие заработки, и она будет позволена только им. А, к сожалению, людям, которые работают, допустим, там, за зарплату ниже среднего дохода, они себе, к сожалению, не смогут поставить там искусственное сердце и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что для того, чтобы правильно человек понимал вообще, для чего это надо, мы должны, наше общество, оно должно использовать и как морально вырасти. Также я считаю, что это очень правильно, что нанотехнологии развиваются именно в медицине, так как продление жизни – это всегда актуальная тема, красота, и каждый хочет быть здоровым. Я считаю, это самое главное в жизни – это быть здоровым. Нет здоровья – нет ничего, не хочется ничего делать, не хочется работать. А в семье начинаются какие-то там проблемы, когда у тебя что-то болит, когда ты нездоров. Также я считаю, что очень правильно наши нанотехнологии развиваются именно в этой области, а не в области, допустим, новых оружий, потому что оружие, тоже люди развиваются в этом направлении, но что касаемо именно непосредственно здоровья, это правильно, что наше общество и наши врачи занимаются именно данным вопросом – продление жизни.